куда-то подъехать в Нитартс, где... Это было не... целое дело, и все намного дороже. Видно, что нет, сдается. Мы поедем вот так, а потом вернемся. Знаешь, но иметь дом, скажем, но иметь такой view, это не только покупать, но и чинить. Вот, видишь? Здесь ты заезжаешь, и здесь более скромненькие такие домики, но вид. Но кто собирается такой дом продавать? Они его сдают спокойно. И... Ну, физически, да, это трудно. Ты видишь, интересуются, что происходит в этом городе. Вот передняя комната. Вот передний дек. Выходит и вид океана. Сейчас просто туман. Хороший дек хорошего размера. Потом кухня. Просто шикарная, огромная. Можно здесь сидеть. Можно готовить. Вот плита. Готовишь, смотришь, чувствуешь, как будто ты вообще находишься в облаках. Отсюда открывается, ну, можно беседовать с отдыхающими родителями, пока я готовлю. Здесь все абсолютно переделано, все новое. Здесь моешь посуду и смотришь на шикарные деревья. Я знаю, что папа не любит слово «шикарно». Я должна буду выбрать другое слово. Потом сюда переходишь. Здесь можно сидеть за столом. Можно что-то другое здесь сделать. Количество света с улицы замечательное. Потом сюда переходишь. И здесь отдельная полностью вторая living room. Если мы хотим, мы можем всегда перевернуть вот это место в маленькую спальню, да, чтобы на верхний, ну, на второй этаж не идти. Потом выходишь отсюда, то есть сюда можно здесь сидеть на деке, вид шикарный, деревья, здесь будет где-то джакузи, и заходишь обратно и возвращаешься к front door.